Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, бродяга, Фишман. Димас другой, Фулс. Еще очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово. Приветики, приветики. Наконец-то сделали в Гаррис мод режим Among Us. Полноценный рабочий гейммод, который вышел сегодня. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Мы будем его изучать и вместе с вами играть. Поехали. Все сделала по канону, все можем настраивать, цвета менять, убить количество, время, голосование, все. Респект тому чуваку, кто это сделал. Так, мы сделали 2 убийцы и 8 игроков. В принципе, при желании можно сделать тут очень много игроков, так как игра очень оптимизирована. Пацаны, у кого как игра идет? Лагает или нет? Нет. Нет, не лагает. Не, знаете, просто может у кого-то очень слабый компьютер и обычно лагает. А тут раз смотреть, мне кажется, очень четко идет. Еще такое отражение на стенах. Трассировка лучей, да, на стенах? Коридоры отражаются. Прикольно сделали. Так, на карте разбросаны задания. Все по-честному. Но иногда они почему-то мне не отображаются. Как будто они доделаны, да? А, я ж не вижу. Видите, это на расстоянии. На тап я знаю, все четко. Я уже показал. Но все равно мне не видно задания. Отлично. Мы сделали с пацанчиками свет. Так, надо запоминать, кто со мной ходит. И потом, если что, голосование у нас скоро будет, чувствую. Так, пацаны, пацаны. Никого? Никого. Так, внимательно чекаем. Опа! Ребята, вообще... ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и скоро у нас 10 миллионов подписчиков. Так, пацаны, как вы думаете, кто это был? Где? Это красный был. Красный? А как ты определил, что это красный? Я его видел, как он пошел в люк прыг. Давай. Ну все, чувак, прощай. Подожди. Чего? Подожди, стой. Неправда? Стой, подожди, ты... Ты понимаешь, что ты сейчас? Я видел, что ты... Я реально увидел. Ой, блин, это жопа. Представьте, вот он обманул. Если он обманул, то мы его кикнем. Ребята, хоть бы это был и реально импостер. Бан Димас будет. Он был импостером, отлично. Нет, не умеешь. Еще один. Чувак, ну что ж ты так спалился-то? Прыгнул. Так, ребята, продолжаем. Очень классный режим, боже, мне так нравится. Очень, в 3D немного интереснее играть, так как всякие события, то есть ты можешь выглянуть, запрятаться, и реально не видно здесь, то есть ты можешь сыграть даже за спиной ходить. А в изометрии ты спиной особо не походишь, да, всегда видно? Тут можно высунуться и запрятаться за угол, а чувак тебя реально не увидел. Так, а что тут надо нажимать? Идем. Вот задание отображается на табу, бывает не отображаются. Надо, короче, подходить до всего. Но карта рабочая, и все мини-задания с оригинала перенесены сюда. Все четко. Ну, красиво импостера выследили, молодцы. Так, я сканироваться не могу. Не работает? Двери. А как двери от... О! Тишина такая, все слушают. Что будет дальше? Прикольный режимчик. Так, на Е или на Q? Я так и не понял, куда нажимать. Пробел, может? Димас, никуда. Это двери закрываться от саботажа будет. А, понял, понял. Я просто проверял. Видишь, что же шаришь? Мы карты увидим, а игроков мы не видим. Поэтому тут темноту красно сделали. Смотрите, вот какое расстояние, я его уже не вижу. Красавчик. Тю, блин, я ж испугался. Громко очень сделали. Кнопку нажали. Так. Это голубой. Ты думаешь? Да, он в комнате закрылся, и его там больше не было после открытия дверей. Это тот, кто репорт, да, кинул?
Нет, который... Фишман. А, Фишман, понял. Стой, ну скажи, почему это я? Почему? Потому все, я думаю, что это ты. Комнате тебя не было в ней. Ну да, это значит, что ты, получается, телепортировался и в небытие? Да это невозможно, красный игрок не умеет, взял в люк, перыгнул перед всеми, это капец. Жопка пригорейшн. Ребята, мы победили. Первая катка, и мы затащили. Боже, как же это приятно, когда ты выигрываешь. Поехали, меньше текста, ребята. Интересно получается. Пацаны, не спешите, да, давайте по-честному, потому что, видите, некоторые хотят быстро все сделать и палятся. Так, ну что, погнали. Все ходят, смотрят. А сейчас отображается. О, сейчас задание отображается у меня уже. Угу. Они как-то странно, да, здесь работают? Все, на шапке появляются. Ой. Саботаж? Это реактор, бегите. Бегите, глупцы. Так, а мы идем задание выполнять. По красоте. Так. Четко, как в оригинале. Все полностью задания перенесены. Ой. Еще надо попасть четко. Игра такая расслабляет. Очень. Да, прикольненько. Не суетишься себе. Спокойно играешь. Такс. Так, нажали кнопку. Кто? Как вы думаете, кто это? Стойте. Так, я... рассуждаем. Ребят, я сейчас сделаю, чтобы проверить, если кто-то умер, и Фишман умер. Так, Димас был со мной, так что на него все... Да, я листья выкидывал в говно. Все пропадают. Он, да, он был со мной, я его видел. Так что это не так. Димас Киви тоже был со мной. Подозрение падает... Подозрение у меня падает на рэкеров, как в начале игры. Ну, не знаю. Но Димаса, то есть, точно подозрений нету. Как вы думаете, кто это? Я вообще с бродягой советую... Советую сейчас. Если бы я был импостером, что... я бы его давно. Да. Я голосую за рэкера. На всякий случай. Дух это не рэкер, но я думаю, что это он, потому что всех видел, а его не видел. Где он был? Прости. Сейчас смотрите. Сорян. Сейчас, ребят. Сейчас ходим вместе с кем? Прости. Блин, представьте, это не он был. Блин. Он не был импостером. Обидка. Чё, с Дискорда сразу вышел? Ха-ха-ха, видится, что ли? Так, продолжаем. Кто же убийца? Сыкотно-то. У меня есть подозрение, что это черный. Да? Никаких разговорчиков, да. Никаких разговорчиков. Представьте, так в реальной жизни взяли, выкинули невиновного. Это жесть. Да, вообще это было бы жестко. Представь, обидка. И ничего не можешь себе ставить в оправдание. Ничего. Просто взяли и выкинули. Нового человека. Так, я догадываюсь, кто уже. Будем ждать голосования. Электричество. Такс. Красотища. Блин, он за мной ходит постоянно, я боюсь. Выполняем задание. Все вместе ходят. Мне наблюдаем. Страшно быть рядом с черным. Да? Да. Ага, надо подождать. Так. Чё так долго? Ага, вы. Отлично. Стоп. Мы... Наша сколько людей осталось? Так, заданица здесь. Так, что надо? Ага. Вс,
все, нашли трупейшн. Так, 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 ребят, послушайте меня, пожалуйста. А, это 100% бродяг, потому что это единственный, кого мы не видели на протяжении всей игры. А чё сразу я-то? Подожди, 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 дай я скажу. А, кого-то из вас, кого-то из синих, я видел то, что вы ушли, и помнишь, Димас, мы стояли все вместе в одном отделе? Все мы стояли, и я сейчас спросил то, что нас сейчас сколько. И кто-то из синих ушел, и вот только один ушел, я не знаю, сейчас. Я проголосую за бродягу. Вы выбрали не того. Я в шоке. Слушай, двоих не виновен. Вы зря слушаете, это он был убийца. Молодцы, молодцы, красавчики. Ну чё, давайте еще разок, меня мало. Я же сказал, что это не я. Лёша, дверь закрой. Так, ну что, продолжаем. Плохо, что я в этой серии так и не был убийцей. А так хотелось. Да, мне тоже хотелось. Ну ничего, надеюсь... У меня карта на тап не открывается. Так, я тебя сейчас замочу, будешь перебивать. Надеюсь, ребята поставят очень много лайков, и мы запишем еще этот режим, и я буду обязательно убийцей. Давайте, ребята, 1000 лайков, и мы сразу записываем этот гейм-мод. Мне кажется, он достоин того, чтобы его записывать. И мне, честно скажу... Интереснее игра, чем в оригинал. Не знаю, третьего лица всегда как-то интереснее. Не напрягает. Все видно четко. Но идея сама классная. Оригинал вообще четко. Все выполняет задание. Так, я догадываюсь, кто уже убийца. Интуиция, надеюсь, меня не подведет. Так. Опа. Кто-то поломает нам. Что-то хочет поломить. Что надо сделать? Ага. Эй, я же вел. Чего ты не работаешь? Движ такой, все суетятся, что происходит? Бежим, 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 быстрее, мы сейчас проиграем. Кто-то специально нам порит игру. Убили. Как вы думаете, кто это? Кто это? Кто это? Я считаю, что это... Если бы он меня убил, если бы он был импостером, он бы меня убил, но он не импостер. Я всегда с Димой ходил. Стоп. Кого мы сейчас не видели? Кто сейчас стоял? Черный был там, Димас был там. Кто-то... Я белого не видел. Я белого не... Да, белый, Рекер, мы его не видели. Димас, Киви, 0-0, он тоже был там. Сейчас это либо Рекер, либо... Рекер, извини, обстоятельства, но это правда, тебя не было ни с кем. Мы все, получается, лындали, гуляли, а ты... Где прости. Ты был? Где ты был? Мы не знаем, реально. Где ты был? До 12 ночи пропадал. Рекер, голосуй. Ну смотрите, ребят, послушайте, если это Рекер, то бродяга это первый класс. Блин, жалко Рекера, а очень. Ну он ничего не видишь, ты ничего не говорит, значит все, жопа ему. Ну, угадали. Блин, опять не угадали. Да что за катки, убиваем невиновных. А ты где был? А кто тогда? Да ну блин, что происходит? Прикольно, прикольно. Так, заданица, где мои? Нормально мы поиграем, а не то, что кто-то убивает, кто-то сидит, ждет у кнопки. Это нормально? Нет. Ну и все. Все четко, проходим, ребята. Не умеете играть, так и скажите. Я умею. Ну и я умею. Вроде бы. Я тоже умею. Так, выполнена заданица. Блин, ну я догадываюсь, кто это, потому что я сразу заметил, что это он. Не буду говорить, кто... Ты догадки, Димас. Ладно. Будем ждать голосования, там скажу. Окей.
Потому что очень подозрительно себя ведет. Просто а что, стоит. Никого в медпункте нету, что ли, этой? Отлично. Ё-моё! А чё так быстро? Димас, а ты меня... Братья по цвету. Блин, ещё раз давай. Я-то подозревал. Ну да-да-да. Но это был не он, кого я подозревал. Было бы обидно. Слушай, мне сказали, ты меня-то подозревал. Блин, да почему я не убийца? Так хочется. Всем хочет, Димас. Я тоже хотел, но сейчас я... Ну почему ты не хочешь? Я уже догадался, кто убийца. Догадался, надо просто за ним следить. Следим внимательно. Димас, давай поспорим. На меня сейчас 100% первого начнут агриться. Импостер. Ну вот. Нет, стой. Нет. Я знаю, кто убийца. Хожу за ним. Электричество. Плохо. Плохо, плохо. Так прикольно, когда темно. Димас, я тебе помогу за слежкой того человека. Я тоже его подозреваю. Да? Его надо выкинуть. Опа, 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 опа. Да, что-то как-то... Или это не он? Не, это он, это он, это все-таки он. Вот чем отличается 3D? Я хожу за спиной, человек не знает, хожу я за ним, не хожу. Вот это круто. Ну что, 2D у всех равные шансы, здесь нет. Здесь, если ты умеешь быстро вертеть камерой и все везде наблюдать, то красавчик. Так. Так, мне сейчас было... Мне... У кого какие загадочки? Вы сейчас не представляете, как мне было страшно. Фу, зачем ты за мной гнался, как сумасшедший? Я знал, что это он. Короче, я думаю, что это черный, потому что тупо передвижение по карте. Нет, он просто сначала отошел, когда он видел, что никого рядом нету, он так за мной целенаправленно побежал. Ну все, это он. А может и не он, зря мы доверяем этому человеку. Блин, извини. Если это не он, будет обидно. Не, ну мне кажется, он, потому что по поведению это был он. Да, класс, угадал. А, смотрите, он просто не... Так, кто же это? Кто это? Ребят, кто ребят, это? Кто это? Держимся вместе, ребят, держимся вместе. Сейчас нужно держаться. А мне кажется, это ремикс. Он подозрительно молчит. Давайте все вместе держаться. Ок, окей. Вот, Даня уходит. Так, пацаны, так, так. А вы знали, кто-то что... Все, вот убийца. Фигня, можно наблюдать. Кто? Убийца, я знаю, кто. Я буду просто за ним наблюдать. Или что? Взрыв. Живем быстрее. Димасик, я тут. Давай быстрее. Да, блин, наблюдаю за челиком, но это не знаю, он это или не он. Ребят, единственный, кто остался в отдельной комнате, это был Димас Киви-00. Нет, он не... Я нет, задание он не выполнял, он не предатель. Меня карточки не пробило. Все так наблюдают да, друг за другом. Сыте? Я тоже. Ой. Мне кажется... Ой-ой-ой-ой-ой. Это Даня, это Даня, это Даня. Что-то мне это не как-то... Что-то мне это не подсказывает. Я сразу догадался. Вот не знаю как, но мне интуиция подсказывает всегда правильно. Так, понятно. Ребят, все такие кнопки ребят, побежали. Представьте, там открывается дверь, и там синий просто с мертвым телом. Все, все, все. Я думаю, что это он. Я угадал. Поведение палевное. Кто? Зеленый. Ну, салатовый. Даня? Даня, Даня, Даня. Потому что он всегда как-то ходил, очень подозрел. Ну, что видно по поведению, как человек ходит. Блин, хоть бы я был прав, хоть бы я был прав. Если ты не прав, ну, ну, блин, это будет очково обидно. Блин, извини, извини. От, блин. Стоп, стоп, стоп. Кто же не выполнил таски? Кто не выполнил таски? Кого? Задание.
У кого осталось? О, я выполнял. Все, я догадываюсь, кто. Я знаю, кто убийца. Быстро, все. Все вместе идем, вместе. Идем, 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 идем. Все, свет дали. А где четвертый? Куда? Вот смотрите, нас сейчас четверо, да? Вот, а, кого нету? Да. Кого нету? Вот, вот он, вот он. Ура, мы выяснили, кто ты. Нет, подождите, он... Подожди. Димас, стой, Димас. Димас, стой, подожди, Димас. Я не нажимаю. Димас, он может быть... О, да, он реально активировал единственный. Он импостер, потому что он, мы же не одни пошли туда. Так, а кто тогда? Кто? Может, еще нет. Вот блин, жопа. Сейчас реально. Вот сейчас будет опасно. Очень опасно, пацаны. Сыкотно, да? Когда темно. Опа, убили? Не убили никого еще? Тут опасно. 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 Так, пацаны, эй, двери открывайтесь. Нас просто закрывают. Димас, у тебя на тебя подозрение. Какое подозрение? Вы чё? Реально, мы тебя нигде найти не можем. Держимся на безопасном расстоянии. Так, ребят. Вы меня не найдете. Я заныкался. Вот мне нравится, играешь как обычно и все. Димас импостер. С чего ты это взял? Ну ты же в вентиляции сидишь. Какой вентиляции? Ты чё гонишь? Я в шоке! Вы сейчас чё опять выкинете невиновного? Всё, ребят. Я не знаю. Не, я знаю, кто это. Я думаю, что это рэкер. Ребят. Нет. Димас, Октанчик. Были? Октанэник. Октанэник. Дерё, Октанэник. Ребят, подождите, послушайте. Не спешите. Это точно... Подождите, это точно не бродяга. Он меня, если бы мог убить, он бы меня убил. Мы с ним заперты были в одной маленькой комнате, в коридоре. Это не Димас, но потому что он на протяжении всей игры ну что, кто же убийца, и это точно не он. И у меня подозрение на Димас Киллина. Октанэник, я думаю. Я на Димас Киллина. Как я? Ну я думаю, что это Октанэник. Ой, все, пропускается голосование, нету. Фух, мне хоть отвечать чуть не выкинули просто так. Димас, ну зачем? Перед глазами пронеслась. Импостер. Импостер дальше сейчас будет мочить наши. Блин, вот как узнать, кто это? Кто не выполнил? Кто? Нет, ребят. Побежали все вместе, все вместе. Все вместе. Идем все вместе в электрику. Идемте, кто сейчас никого не будет, тот убийца, и мы его выкидываем. Я выполнил. Я тоже. Вот кто стоял, как я и угадал. Вот он, ничего не делал. Я знаю, кто убийца. Кто? Нажимаем кнопку, идемте, и будем голосовать, если ты знаешь. Кого не было в этой... В электричестве, то... Так. Блин, прикольно. В шлемах даже отражается карта. Вот красавчики. Так, ну и кто это? Ребят. Я думаю, что это Октанэник. Нет. Я думаю, все-таки, что это Димас. Потому что пожалуйста, в прошлый раунд был... Его вообще не... Ребят, не спеши. Ребят, меня послушайте сейчас. Два подозрения. Либо Рекер, либо Димас Кирилл. Вот Рекер, он... Я Рекер. Наблюдал, пока я один отойду. Я за Рекера. Я за Рекера тоже голосую. Если это Рекер, то это будет красивая победа. Это будет очень красивая победа, я буду танцевать ламбаду. Блин, хоть так ламбаду будешь танцевать, ну? Еее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 ee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 e
танцуем ламбаду! И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! А мы еще немножечко поиграем. Пока.